Всем доброго времени суток. Давайте посмотрим хороший бой на Борисе. Вот Борис сейчас будет двигаться зачем-то на позицию ТТ. При этом попробует отстрелять ЛТ ЕБР 8 уровня. Вот он как раз подходит. И вот начинается. Хороший вид техники. Ага. Не попал. Пробитие. Есть пробитие. Получает в ответ, но промахиваются. ЕБР. И вот Борис заходит на позицию ТТ. Зацеливает. Ждет. Ждет. Ну вот, подходит. Сейчас будет одна заминочка. Вот он. Зачем поверх стрелять было? И теперь нужно было уйти на КД. Просто уйти на КД надо было. А не ждать одну пульку. Ну вот, все. Надо было перезарядиться. О, ну не отдал с пробитием, хорошо. Вот он упал, СТ-шечка упала. Ну, теперь мы ждем КД. Вот опять же Леопард стреляет. Каким боком картонный танк танканул Леопарда? Каким боком? У него даже нету того, что он танканул его. Дальше, значит, проходит. Все, КД готов. Угу, не дает он ему рикошет. Не пробил. Не пробил. Теперь просто КД. Да, вот он, Леопард. Хотя вот этот Леопард мог просто зайти, танкануть и все. Внимание! Отступаем! Вот это ОМОН. Бах. Бах. Ну, поехали дальше. Вот он у нас. Торт. Зачем под торта надо было заходить? То есть под свет. То есть ты подсветился, и сейчас будет вот, смотрите, сейчас будет вот он первый. Хорошо, она дала ему без катка. Ну просто гусля и все. Вот, выцеливает, ну он КД. Пока, ну вот, все. Ее арта забрала, значит, получается. Опять КД. У нас Леопард целый чего-то боится. Мне нужна помощь. Да.
Он принимает от него, да, все. И забирает. То есть, разменяв ХП, все правильно сделал. То есть, разменял и забрал. Хотя леопард мог то же самое сделать. Остается у нас два танка. Ну и стерва. Вот опять бы, ага, КД бы, вот сейчас бы откидышился бы. Но. Броня не пробита. Рикошет. Теперь будем ждать КД. И здесь у нас результат налицо. Мы просто забираем ее. КД и все. Всем спасибо за просмотр. Пробитие. Уничтожено.